Акция «Внимание, пешеход!» началась в городе. 6 экипажей госавтоинспекции патрулируют перекрестки и улицы с оживленным движением. На соблюдение правил проверяют и автомобилистов, и пешеходов. С начала года произошло уже 7 аварий с участием пеших участников движения. В число нарушителей сегодня попали и те, кто сам должен подавать пример правильного поведения на дороге. От меня денег или что, я ничего не понимаю. Смотрела налево, переходила, смотрела направо. И что это, постановление на что? Штраф? Я не могу присесть, у меня урок, у меня дети там сейчас будут стоять. Напомним, что штраф за переход проезжей части в неположенном месте составляет 500 рублей. Однако, как показал сегодняшний рейд, от нарушений ангарчан не останавливают невозможные финансовые потери, невнушительного размера препятствия в виде заграждений и огромных сугробов.